Победив представительницу Франции Каролин Гарсию, белорусская теннисистка Арина Сабаленко в третьем раунде турнира в Цинциннати с призовым фондом почти 3 миллиона долларов вышла в четвертьфинал. Матч против пятой ракетки мира Арина выиграла в трех сетах и на следующей неделе войдет в топ-30 мирового рейтинга. В 1/4 турнира Сабаленко сыграет с хозяйкой кортов Мэдисон Кис. Торжественный выпуск миллионной тонны комплексных минеральных удобрений состоялся на Беларусь-Калии. Знаковое событие в добывающей и перерабатывающей промышленности Беларуси произошло в год 60-летия самого предприятия из Солигорска. Уникальное минеральное удобрение с азотом, фосфором и калием, производство которых началось 5 лет назад, пользуется спросом во многих странах – от Литвы и Польши до Мексики и Тайваня. В следующем году с инвестициями Беларусь-Калия появится еще один промышленный гигант на 1500 рабочих мест – Петриковский горно-обогатительный комбинат. 329 человек воспользовались безвизовым режимом с Китаем за неделю его действия. Он касается частных и туристических поездок, а также бизнес-командировок. Виза потребуется, если планируется учеба или работа. Белорусы смогут находиться в КНР без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Это же правило действует и для граждан Китая, чье пребывание в Беларуси станет еще комфортнее после адаптации карты гостя Минска. На сайте проекта появится раздел на китайском языке.